Все свои. Первый фестиваль в честь празднования Дня молодежи с таким названием планируется провести в этом году на одной из крупнейших площадок Нижнего Новгорода. Об этом стало известно на встрече губернатора региона Глеба Никитина с Советом по делам молодежи. Прообраз такого фестиваля в прошлом году собрал на своей площадке около 7 тысяч человек. В этом году планируется привлечь гораздо больше молодых и активных ребят со всего региона. Кроме того, члены Совета выступили с инициативой открыть в регионе первый областной молодежный центр. Это особое пространство, которое объединит в себе несколько площадок. На них планируется реализовывать программы надпрофессионального образования, программы подготовки кадров и многое другое.